перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Мы прям с ТП, да, я камеру поменяю. О! Я запустил прямой эфир, у меня уведомление пришло. Я запустил себя, Аня, я не прямой эфир запустил, а запустил себя. Я вижу тебя, это нормально? Можно я поставлю тут сердечки? Только побольше. Боже, смотри, какое качественное это самое. Качественное средство. А если я помотаю голову, я буду там... Сейчас, подожди, я напишу тебе. О, Устинов. О, Аня Каблянская зашла к нам. Салам из Украины. Чувак, здорово. Привет, Украина. Буду в Киеве в ноябре. Ждите меня. Как будто не с калькулятора. Так, ребят, надоело сидеть с вот этих вот Верту, с вот этих вот Моторол. Наконец-то сижу нормально, с компа уже прямой эфир веду. 23 человека нас смотрят. Свепки, ты хотел сказать? Да. Так. Ребят, вы, конечно, извините, я просто только что говорил по WhatsApp и сидел в снэпчате, поэтому не находилось время на прямой эфир. Город Кировоград? Нет, не знаю. А ты знаешь Дрокию? Ань, что за фигня? Почему нас в час смотрит 30 человек? Кому так, типа, нечего делать? А почему на твоем телефоне красивее, чем на... Потому что у меня 7-й по счету. Да какая разница? Я, что ли, в смысле? Смотри, присоединяются и присоединяются. Ань, ты накрутила мне подписчиков. Телефон норм купить. Да нечего мне делать. Смотри, мне даже сейчас пишут, а телефон норм купить западло? Когда у меня был прошлый телефон, мне такое не писали, понимаешь, значит... Так, в прошлый раз тебе писали, что ты с калькулятора смотришь. Blackboard, чувак, иди нахуй, ебал твой рот. Так... Инстамирон, я этого... А, кстати, тут Сейран, Лео Баби, Тёма, Плэд Блэк или Плэд Плей? Плейбэк, чувак. Выхожу. Здравствуйте, я из компании Oriflame. О, Елена, кстати, можно пройти в вашу... А, я тут из компании Oriflame. Давай что закажем. Давай, а, короче, нам нужно... Что? Нам нужна пудра. Нам нужен лак для волос. Нам обязательно. И можно два боярышника. Аня просто, у нас заканчивается коньяк, а Аня просто пьет только боярышники или ромашковый чай. Ну что там, брат, ну что там? О, смотри, тут чувак с никнеймом Молдаван. Прекрасно. Ну на самом деле, прикинь, он из Украины. Ешь Диндроки? Ну, с Диндроки, а мы с Натлаки, ну, да, Диндроки, мы 20-й примет 3 классе, да, а мы с Натлаки, ну, и ам абсолвит аич школа, ам дат бак, и 3 курсы де университете де стат, ла журнализм, ам вост, и ам убил ку подруга мя, феймос подруга мя, бьем ништи коньяк, ништи шедим, и как ша. Пошли меня нахуй, а то ты пидор. Иди нахуй. Чувак попросил послать его нахуй. Когда следующий... Чуваки, ну все, батлы, все. Вы в Москве планируете выступать? В смысле, в футболке? Ах. Пожалуйста, не... Дмитрий... Ребят... Нет, нихуя. Бежнарь, тут не так много осталось. Иди сюда, давай выпьем. Не, чувак, не буду. Да, чувак, тут осталось на дне. На донышке? Да. Артём, за тобой не слежу, ты крутой. Виталий Лепс, я знаю, кто ты такой. Тебе не скрыться. Эй, пиздец, ты сквот дын помынах елфара гынсану под строеск мэн целестовый. Вы в каком городе сейчас? Ну, блин, сейчас в Череповце сидим, зависаем. А ты?
Привет из Воронежа, привет. Мы в Нижнем Новгороде. Когда ты Рому с Муждеев сольешь и возьмешь туда килу? Чувак, Муждеев будет в сердце. Когда снова обосрешься, наверное... Ну, чувак, не знаю, когда ты в рот возьмешь. Привет. Где Рома? Рома сейчас в этом самом, в Набережных Челнах. У него там концерт. Где Рацмин? Блядь, чувак, Реймин, а не Рацмин. Ты тупой школьник. Знаешь село Батырево? Да, чувак, знаю. У меня презентация микстейпа там через 2 недели. Когда треки... Чувак, трек выйдет буквально через 1,5 недели новый, и потом после этого треки будут стабильно выходить наконец-то. Нахуй батлы. Надо было это понять еще после 140 BPM. Они же не понимают, что... В смысле, у Ромы концерт, тебя там нет, Муждей Бойс. Чувак, Рома что, давно сольный микстейп вышел. Называется «Нахуй мне плейблэк, я живу в Питере». Скачивайте на всех площадках, в Одноклассниках, в ICQ, на Мурклубе и... Да почему мне так много людей на участие эти запросы? Ты еблан. Да, чувак, иди нахуй. А нахуй ты на меня подписан, если я еблан, а не батлер? Отъебись. На пати едут 2 типа. Да, чувак, давай напиши еще, что я там хуево попал в бит. Делаешь фит с Ермаком, чувак. Нет, только с Артемом Лойком. Блять, вот сейчас который час? 10:15. А, только 12, я думал, что уже где-то 2 часа. Ты красава, как всегда, лучше и лучше. Да, чувак, неправда. Каждый, как титан, выпрошляет брак. Ты думаешь, заслуженно победил диктатора? Не знаю, чувак. Так, короче, ребят, смотрите. Сейчас... Полное внимание, никто не пишите ничего. Ничего не пишите. Значит, ставлю лайк на, ну, в Инстаграме каждому, кто подпишется и прокомментирует 3 записи девушки с Инстаграмом по буквам. Записывайте А, Н, Y, К, Капа. Что? А, Y, А. Нет, подожди. Короче, Аня Кобылянская, решайте сами, вы должны следить. Она у меня есть в Инстаграме. Вот, вот эта девчонка. Приветик. Скажи, как твой Инстаграм? Я напишу сейчас. Вот она сейчас напишет в комментариях, кто вот сейчас ночью... Есть. Я сейчас у тебя в прямом эфире вижу свое ебло. Это не очень. Почему? Ребят, я написала. Ребят, вот это Анна Ани очень Коби. Очень надо. Вот, вот Ани Коби, у которой глаз на заставке. Кто сейчас подпишется на нее и ставит 3 комментария, адекватных комментария под любыми ее фотками, тому ставлю лайк на любую фотку в Инстаграме. Так что пока что можете. Давайте прямо сейчас. О. Ой, сосед пришел. Ты каннибал. Аня каннибал. Анна Кобылянская, ты долбоёб мелкий. Да кто, блин? Hello, hello, Мороз. Все записывала, да? Ребята, еще обязательно все, кто это самое поставил лайк, подписался, скидывайте мне скрин в личку, чтобы я понимал, что вы не обманули. Скидывайте все в ЛС, в директ, и я всем поставлю. Ты не кидаешь новые строки на битло. Верит для меня батл-арена. Согласен, что 40 BPM. Ну нет, ну чувак, не скатился с 40 BPM. Второй отбор вообще будет крутой. Как вам, кстати, Отто и Обис Б батл? Опять не спишь, чувак, да? Короче, все, заебали. Иди нахуй, Ник Скири.